Всем привет, друзья, вы на канале Games Review, с вами как всегда Пип, и сегодня мы продолжаем с вами проходить игру про семейку Адамс. Давайте начнем. Нас ждет новый уровень, я пока еще не знаю какой. Так, выбираем сюжетное приключение и кем мы сегодня поиграем. Давайте, наверное, Паксли поиграем. Чудесненько. Так, и... Что же у нас за следующий уровень? Ага, это у нас опять... Так, эта поваренная книга была написана неким Сильвестром Грюе. Что бы это могло значить? Кем был этот человек? Любовь моя, ты снова мыслишь вслух? Эй, наш холодильник тоже светится, то есть теперь мы должны влезть в него? «Гениально, сынок. Откуда только у тебя такие опасные для жизни идеи? В холодильник!» «Так, ну, хорошо. Значит, получается, мы сейчас в холодильник побежим. А уровень у нас называется «Пугающий суп». Что нам тут нужно сделать? Найти гербы, бобовый разгром, время считать цыплят, соберите дублоны в количестве 125 штук. Ну, давайте». Так, это наш дворецкий Ларч. Прикольный такой чувачок. Так. Ну что, Паксли, давай, нам нужно собирать монетки. Так. Ну что такое-то? Так, Паксли также может у нас бить пупком. И, по сути, пока что все. Давайте в суп это все нахрен скинем. Опачки. Все, Паксли получил саблю, которая называется Мазурка. И мы можем уже помидорки всякие мочить. Так, я надеюсь... Опа, давайте попробуем. Ай, блин, нифига не получилось. Я думал, мы, короче, сможем вот так маслиной прям бахнуть по врагу нашему. Так, интересно, эти хлебушки чё то... О, эти хлебушки тонут. Не, смотрите, короче, мы не можем поранить врагов вот так вот, толкая в них маслины. Ну, ладно, допустим, мы как-нибудь без этого обойдемся. Опять тут ножи кто-то метает. Так, а тут, походу, опа, а тут надо быть аккуратней. Иначе нас могут в лепешку превратить. Мне бы это что-то не особо хотелось. Так, ага, тут скрытые монетки. Ага, опять у нас эти летающие. Так. Да, сдохни ты. Не люблю я этих товарищей. Они прям максимально неудобные для битья. И вот глаза мне еще не нравятся. На тебе. Так, нам туда, но мы еще вот тут все не обследовали. Опа, а тут же чемоданчик у нас. Мы без чемоданчика не уйдем. Там, скорее всего, монетки. Да, и монетки раскидала, блин, как всегда, максимально не так, как хочется. 22 монетки мы уже собрали. Так, ага, все, тут больше у нас ничего не осталось. Я не понимаю, по какой поверхности мы ходим. Это что-то похожее и на пиццу, и на кусок мяса. И вообще непонятно на что, на какую-то кровавую штуку. Хрен его знает, так. Блин, тут уже опасно становится бегать. Я даже не знаю, куда... Так, так, ага, опа, так, а как нам наверх подняться? Так, давайте сначала баночки-то тут разрушим. Мне кажется, надо вот сюда запрыгнуть и вот так вот, чудесно. Так, а куда улетела? Ага, вот сюда она улетела. Ой, а как я до нее не достал? Почему не достал? Так, хорошо, сейчас еще раз попробуем. Так, во,
Так, теперь на ту, да? Долбилку нет, слава богу, на ту не... А, нет, все-таки улетела. Ай! Ё-моё, нас чуть за пределы территории не выкинуло прямо в суп. Да что ты будешь делать-то? Как мы так промахиваемся? Вроде прыгаем ровно, а получается, что все равно промахиваемся. Так, Паксли, молодец. И мы открыли очередной портал в кастрюле. Чудесно. Так, яйцо. Так, это новый какой-то чувак. Так, ну, чё, по нему прям бахнет? Ай, блин, не, нифига. Надо, чтобы он под эту фигню улетел. Во. И бабах. Все. Супер. То есть надо было всего лишь-то яйцо загнать под вот эту долбилку. Фамильный герб найден. Все, можно отсюда убегать. Так, ну что, двигаемся дальше. Так, тут у нас помидоры. Опасные. Тухленькие причем. Но нам они не страшны. Кстати, баночка, в которой ни хрена почему-то нету. Так, помидор, обломись. Ввали в царство мертвых помидоров. Или кетчуп. Как хочешь, можешь его называть. Так, оп-оп. Так, мы чуть не утонули. Но чуть-чуть не считается. Так, баночки разрушаем. Пока что мы что-то прям очень мало собрали монеток. Ой, блин, ах ты поганец, вот за что я не люблю глаза. Ай. Так, я воскресился, у меня континуус был. Вот за что я не люблю глаза. Потому что они прям бегут, и персонаж не успевает ударить просто. Так, ага, хорошо. Так, баночка, не улетай. Фух, мы почти потеряли банку. Ой, блин, тут все тонет. Так, тут надо аккуратнее как-то бегать. Так, 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 так. Так, собираем быстро монетки и валим отсюда, валим, 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 а то нам сейчас... Ай, блин, мы в суп провалились. Пипец. Как я так промахнулся-то? Блин, и все из-за одной монетки. Стоило оно вообще... Так. Так. Блин, тут еще одна такая же фигня. Так. Опа. Бежим быстренько, все собираем. И валим отсюда. Так, не говорите, что там тоже монетка, блин, да. Так, уровни становятся немножечко тяжелее в плане того, что приходится много где прыгать. Так, помидоры, дикие помидоры. Так, двоих сразу отправили на тот свет. Нехрен вам тут делать. Опа. А вот это уже интересненько. Опа. А, ну все так просто было, надо было просто перепрыгнуть. Тогда хорошо, я уж подумал, тут что-то придется сейчас интересное думать. И гадать, так, баночка, блин, там мне ни хрена не было. Я уж перепугался, что мы сейчас драгоценную монетку потеряем. Так, помидор, отвали от меня. Так, пошли, вон, оба. И все. Так, я вижу монетки, точнее их очертания. Так. О, мы можем курицу. Нам надо... А, я понял. Нам надо курицу закинуть на весы. Эй. Так, но сначала нам надо вот от этого додика избавиться. Морковного. Так, давай курица. Так. Сейчас мы с тобой разберемся. Ой, блин, куда же так далеко-то отпихиваешь ее? Да ё-моё. Так, а ее закинуть не так уж. О, ништяк. Так, а что мы еще туда можем закинуть? Так, давайте сначала монетки соберем. Чтоб не забыть о них. И вот с этим чудиком. Так, это у нас, походу, не морковь, это уже хрен у нас, походу.
Ну, я так подозреваю, потому что я не знаю, что это такое на самом деле. Так, а что нам еще можно закинуть на весы? Скорее всего, вот эти вот сливы. Если они Ага, нифига мы не можем. Так, а вместе с нами сколько тарелка весит? Блин, а мы больше ничего не можем закинуть. Или нам откуда-то надо отсюда? Наверное, скорее всего, откуда-то отсюда. Блин, а как я курицу отсюда перетолкаю? Это интересно. Так, давайте пробовать. Ай! А, нет! Верни мою курицу. Она не должна упасть. Фух. Пипец, вы видели? Еще прям чуть-чуть. И курица бы улетела. И все. Хана бонусом нашему. Так, давай, курочка. Двигайся, двигайся, двигайся. Тебя вот только с этого края можно затолкать. Хоть как-то. Так, нет, не смей падать. Да не смей ты падать. Ах ты. Блин, курица еще какая-то резиновая странная. О. Че, серьезно, еще одну, что ли, надо? Вы что, издеваетесь? Я это-то еле доставила. Эй. Или мне надо на тарелку тоже встать? Давайте попробуем сначала на тарелку встать тоже. Может быть, просто чуть-чуть не хватает. Не, нифига, нужно 3 курицы. А 3 курицы, я не уверен, что... Вон курица. Блин, вон она где. Так, ну я очень сомневаюсь, что я смогу ее туда закинуть. Хотя один хороший удар, ровный, и все чудесненько у нас пройдет. Давайте попробуем. Попытка не пытка. Удар пузом, он максимально... Ай! Фух. Так. Нет. Так, мы сдохли. И курица... Так, блин, я боюсь, что у нас этот континиус был последним. Так, нам надо как-то курицу метнуть так, чтобы она на краешек упала сначала. Ай, блин, не получилось. Так. Ай, блин, да блин. А как ее закинуть-то? Вот это уже интересно. Так, ну мы можем ее закинуть на хлебушек, да? Это единственный, походу, вариант. Блин, упала. Так, ну-ка, иди. И как я тебя теперь оттуда достану? Да, о, слава богу, она провалилась. Так, опять провалилась, нет? Так, хорошо, давайте пробовать. Ай, блин, слушайте, ну я не знаю, как ее закинуть, но и без нее я никуда не уйду. Так, сейчас будем гадать, как нам... Так, нам надо... Ай, блин, очень сильно ты бьешь, нам нужно курицу к краешку подвинуть. И во, ништяк. Все. Я все-таки смог закинуть эту курицу на стол. Теперь самое геморройное ее затолкать на тарелку. Все, супер. Мы нашли фамильный герб, и теперь можем двигаться дальше. Так, главное не умереть, потому что... Мы, походу, можем сдохнуть, и это единственный континиус, который тут может быть. Я просто не знаю вообще даже сколько их. Вполне может оказаться, что эта жизнь последняя. Блин, а там еще помидоры, глаза эти. Так что... Так, помидоры, помидоры. Все. Так, с помидорами разобрались, хорошо. Так, тут у нас ничего нету. Так, собираем монетки. Перепрыгиваем. Блин, нас чуть не закатало в тесто. Вот это опасно. Опа, глазик. Можно я тебя выколю? Нет, глазик выколоть нельзя, к сожалению. Так, ну что, опять бежим по этой фигне.
Мне вот по ней максимально не нравится бегать, потому что она, блин, проваливается. Ага, тут еще нас может зацепить скалкой. Так, монетки, монетки, монетки. Пробегаем. О, успели мы пробежать. Супер. Так, на следующий бананчик тухлый прыгаем. Все. Мы собрали 125 монеток. И якобы третий у нас собран медальон или герб, как он зовут. О, и жизнь мы получили. Вообще ништяк. Все, ребята, живем. Так, что дальше? Тут у нас есть. Тут еще монетки есть. Надо только аккуратненько. Ай. Так. Баночки сейчас разобьем сначала. Так, давайте теперь с этим хреном справимся. Раздражающим. Сразу два куска убиваем. И дальше, дальше. Что у нас? Дальше мы можем... Ага, можем и с одной, и с другой стороны пойти. Так. Я понял, что нам нужно по тесту пробежаться. Так, дальше куда? Так, тут мы сейчас тоже соберем сразу монетки, чтобы уже времени не терять. И сундучок. Опачки, монетки. Смотрите, мы уже открываем бонусные монетки, собираем, потому что нужное количество мы собрали. Так, это все чудесно. А куда дальше-то нам? Ага, видимо, дальше нам вот сюда. Ай, глаза. Как я вас ненавижу. Так, тут больше ничего нету. Давайте эти в суп нахрен все выкинем. Ненавижу ни оливки, ни маслины. Опа. Так, я надеюсь, сейчас ничего падать не будет. И... Ага. То есть нам надо вот так вот, да? Ладно. Так, аккуратненько. То есть нам нужно успеть тут все собрать. И на плот вернуться еще успеть. Ай, блин, банан этот дебильный. Все, блин, а тут помидоры откуда-то взялись. Пошел вон. Пошел вон. И ты пошел. Так, и ты пошел вон. Ай-яй-яй, монетки, монетки, монетки. Так, ну, слушайте, тут уже прям становится значительно сложнее. То есть мы тут еще мало того, что должны монетки собирать и сражаться, так мы еще должны тут преодолевать всякие препятствия на скорость, потому что мы еще не можем опоздать на эту доску. Если она без нас уплывет, то будет прям печально. Хорошо, что хотя бы доска тут не так. Опа, нифига не залетели. Как себе домой вообще, я их даже не ожидал тут увидеть. Так, помидоры. А вы не обнаглели ли? Так, баночки. Хреначим, хреначим, хреначим. Так, собираем все монетки. Ай, 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 ай. Так. Так, нас сейчас может придавить. Но я надеюсь, этого не будет. Вроде как не особо быстро. Эта вафельница срабатывает. И поэтому все нормально. Так, мы все в монетки собрали. И у нас тут три помидора. Злых помидора. Все, мы вообще без проблем с ними справляемся. 222 монеты у нас. Мы, по-моему, еще столько не собирали. Так, мы добрались до стола. Но на самом деле, мы вроде как в холодильник полезли. Но на холодильник... Это... Этот уровень что-то не особо похож. Ну да ладно, не будем придираться. Так, ага, ты хрен тут крутящийся. Я надеюсь, мы скоро все-таки с кухни куда-нибудь уберемся подальше, потому что она уже что-то
порядком поднадоело. Так. Ну, это у нас уже получается второй уровень. На кухне с продуктами. Хочется разнообразия, конечно. В хлебницах мы уже были. Так, помидор опять. Чё? Ты чё, сдурил, что ли? Ты чё, не знаешь, на кого напал? О, сердечко выпало. Ништячок. Сердечки нам нужны. Если будет... Чем больше сердечек будет, тем будет лучше. Так, давайте смотреть, что у нас. Так, у нас тут глаз, который нам сейчас будет надоедать. И от которого надо избавиться. И надо вот тут собрать монетки. Под прессом. Так, убегаем. Теперь сейчас быстренько вот тут собираем монетки. Так, отлично. Потом вот тут собираем монетки. Так, я даже не знаю, нужно нам тот глаз убивать или нет. Мне кажется, нужно. Раз мы убиваем, то убиваем уже всех. Поэтому бежим сюда. И давайте с этим глазиком попрощаемся. Так, а тут еще один глаз. О, блин, какой злой глаз. Прям сразу на меня побежал. А я ему вроде ничего не сделал. Ну и ладно, так. Глазик. Ну-ка, бабах. О, отлично, его замочило. Так тебе и надо, бестолочь. Так, а там еще внизу глазик. Мне на самом деле хочется его тоже замочить. Потому что хрен ли он выпендривается. Так, ага, тут помидор уже. Да, так, помидор пошел в кетчуп. Так, баночки, баночки. Блин, 266 монет мы заработали. 300, конечно, уже набрать не получится. Смотрите, а тут язык какой-то торчит. Прикольно. Так, ну и что? В итоге у нас 267 монет. Это, походу, максимум, который можно на этом уровне собрать. Все, прыгаем в телепортер. И уровень пройден. Ну, это уже было достаточно сложно. Нифига не просто. Что ж, всем спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. С вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч, увидимся. Пока.